Аналитики про 2019 год на рынке смартфонов: Samsung – лидер, а Apple впервые закончит год со снижением продаж iPhone. Аналитики Ianta Securities Investment Consulting, как сообщает источник, считают, что спад на рынке смартфонов продлится и в следующем году, хотя другие специалисты утверждали, что в 2019 отрасль вернется к росту. 6 крупнейших производителей смартфонов сохранят свои позиции, хотя, конечно, их показатели будут кардинально отличаться друг от друга. Аналитики ожидают, что Samsung нарастит продажи на 2%, реализовав около 300 миллионов смартфонов. Судя по планам Huawei, компания должна продать 250 миллионов аппаратов. Но аналитики считают, что ей удастся нарастить продажи лишь на 12,5%, до 225 миллионов единиц. Что будет с Apple? Вопрос весьма интересный. Напомним, недавний прогноз указывает на снижение продаж iPhone в следующем квартале. Аналитики же Ianta Securities считают, что в 2019 году Apple покажет спад продаж на 4%. И это будет первый год для купертинского гиганта, который завершится снижением продаж iPhone. В целом же аналитики ожидают спада всего рынка смартфонов на 0,5%.